Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Assassin's Creed 3 и дополнение Тирания Короля Вашингтона. Так, мы сразу сюда ломимся. Тем более, что здесь это недалеко находится. Я думаю, в этой серии мы все сундуки уже разгребем в Бостоне. Вижу. Так, а мне интересно, давайте, а что если вот это дротиком? Странный он такой. Ой, хорош. Отравили чувака. Все. Это мы так чисто для разнообразия это сделали. Я думаю, вы понимаете. А то, блин, как-то уже кумарит меня одно и то же. Все, чувак, иди поспи. Стри-стри, машет руками, что это, блядь. Маши, маши. Разбахался, блядь. Ну, дротики и в предыдущих частях тоже были такие отравленные. Были даже, где там чувак сходил реально с ума. Есть. Двухствольный пистолет. Ух ты, это тоже интересно, я вам скажу. Давайте чуть-чуть и с пистолетом повоюем. Если он двухствольный у нас. Так. Берем птицу. Берем карту. И давайте вот сюда. Так. Так. Ой, красиво, моя. Да, здесь что-то до хера народу, блядь. Я думаю, вы со мной согласны. Ой, хорош. До свидания. Скорее, ему не уйти. Кто ты чё? Есть. Так, надо перезарядить. Хорош. Так, давайте вскроем этот замочек. С пистолетом тоже прикольно, я вам скажу.
Можно потом с луком еще попробовать. О, я уже даже вижу, где находятся эти вот. Пошел ты взад. Ага. Сохрани меня. Пошла нахер, псина тупорылая. Да ты чё? Чё, охренели там что ли? Так. Я думаю, как бы туда залезть. О. Отлично. Так. Я думаю, нам надо внутрь забраться, а тут уже сейчас разберемся. Что тут есть? Ага, вижу. Да ёб твою мать, тупая скотина, блядь. Смотри на этого дебила, блядь. Я в шоке, блядь. Так, а тут где? Да, тут чуть-чуть оху замануха с этим корабликом, блядь. Ага, все, я уже вижу, где оно находится. Есть. Так, давайте наверх залезем. А вот последний сундучочек здесь. Отлично. Смотрите на этого дядю. Я не знаю, ли он туда прыгнет. Давайте, наверное, сюда. Так. Есть. Так.
где мой пистолет? Свои же убили. До свидания. Заткни свою пасть, сука. Так, перезарядим. Два пистолета во мне это, блядь. Так, теперь давайте перейдем к луку. Ой, так. Так, есть. Хорошо, что еще тут у нас? Я думаю, что надо сначала сюда побежать. Так, обойдем. Так, дальше. Сюда. Так. Так, давайте возьмем лук. Луком тоже прикольно, скажу-ка я вам. Классно, такой чистый зверь. Так, есть такое дело. Давайте сюда. Вроде недалеко, но, блядь. Иди ты в жопу. Вот мне еще рассказывать, где мне стоять. Так. М-м-м.
Отлично. Так, куда дальше? Сюда. Тут везде строительство этих лодок. Так, я уже вижу, где... Ага, сундучок находится. Стоять, малыш. Ой, хорошо мы, а? Сыграли четко тут, блядь. Чпок и нету чувака. Так, давайте взламывать. Давайте, наверное, сначала сюда. Ты чё, мужик, офигел? Да, с луком мне впирает, кстати, даже. Воевать. Именно как-то так четко бьешь-бьешь, там пупц, и с лука стрельнул. Симпатично. Мне вспоминается сразу Властелин колец, там где Леголас бил-бил и с лука стрелял. Сумасшедший был чувак. А шо эльф какой-то такой бешеный? Так, хорошо, что у нас тут еще есть по дороге? Давайте-ка сюда. Вот и славно! А вы чё там, оборзели что ли? Красиво. Ой, блядь, какая там толпа. Я уже вижу эту кучу, мне страшно становится.
Да, реально, до хрена охраны что-то. Скажу-ка я вам честно тут. Расслабься. Ты чё? Ты вообще охерел. Да-да-да-да. Это уже нечестно. Могу стрелять. Боюсь, надо быстрее. Ты чё, вообще оборзел? Так, надо чуть-чуть жизней. Так, возвращаемся наверх. Ты чё, блядь? Спускайтесь, суки. Ай, хорош. Боже, из-за какого-то говняного сундучка я тут, блядь, 3 часа бился. Так, надо лететь туда наверх, наверное, потому что по-другому туда не попасть. Ну, за кратчайшие сроки, давайте скажем так. Ты смотри на этого наглого. Да ёб твою мать, умарить уже. Отсюда я попаду. Вот это уже не надо. Не упустите, ублюдка! Вон он, взять его! Блять, заколебали они меня уже, эти, блядь, стрелки сраные, блядь. Сукины дети, блядь. Где-то я вообще?
огонек. Так, сейчас будем серьезно уже их фигачить. Ух, нихера себе он мне вылупил. Блять, это пиздец, вы кумарите. Говна кусок. Так. Сундук внизу. Когда тебя бьют и типа я не могу отразить удар. Это что, с огнем пришел сюда? Так, что-то я никак не могу понять, а где тут это? Говнюки, блядь. Эй, ты, стой! Есть. Так. Пришлось только народу перебить, блять, из этого сундука говняного. Только я никак не могу понять, а, где... а я уже понял, где он находится, этот сундучок. Где это мы здесь вообще? О, да мы нехило зачистили тут территорию. Да, призрак.
Так, есть. Дальше. Я не знаю, наверное, вот сюда сначала пойдем. Так. Ох, ёп, твою мать, а что же их так много здесь? Что берем? Пистоль, наверное, да? Все довольно легко как-то даже вышло. Думал, тут такая куча народу, а там оказалось не так много. Так, ядовитые дротики. Так, зарядим пистолет наш любимый. Есть, хорошо. Так, куда мы дальше направляемся? Ух, наверное, сюда. Так. Он сейчас вон там. Есть. Прибыли на место. Дальше что у нас тут? Оп. Вот этот вот сундучок. Так. Как бы лучше тут напасть? Ничего себе, блядь, стрельнули. Сын этих дебилов. Сами в себя стрелять. Ой, блядь. Сукины дети. Этими, блядь, вот этой стрельбой меня реально раздражает, блядь. Сейчас мы ему строим, блядь. Тут
кто там, сука, стрелял? Не уйдешь, неудачник! Так, вот эти что отходят, мне они не нравятся. Попался, дружок. Сука, блядь. Все, всех перехреначили. Пару сундучков осталось, и все. Так, давайте даже глянем. Так, есть еще вот этот. Давайте, наверное, берем птаху. Что у нас тут еще осталось? Это. Ага, вижу. Так, понял. Охренел, что ли, блядь? Сука, блядь. Блядь, меня уже начинает кумарить эта вся чухня, блядь, здесь с этими стрельбой. Камнями кидают, все как далеко попадает. Суки, блядь. Смотри на этого охуевшего, блядь. Тварь, блядь. Пиздец, блядь, уже какой раз меня так напрягают эти, блядь, выстрелы. Так. Фух, добрались. Так, быстро улетаем нахер отсюда.
Так, что у нас там еще осталось по этим сундучкам? Так, вижу этот. Так, где-то здесь, да? Три, блядь, на этого, блядь. Борзого, блядь. Так. И что у нас еще осталось? Осталось еще вот что. Так, есть. Сюда до хера. Так, нет. Я думаю, что бы брать. Вы что, ребята? Офигели, что ли? Зарядим наши стволы. Вы как ковбои уже тут прям. Чик-чик-чик. Есть еще один. Куча трупов везде лежит. Дождь смывает кровь. Отлично. Я думаю, можно идти к основному заданию. Так. Томагавк, тяжелое оружие уже есть, даже ничего себе. Так, понял. Так, теперь давайте сюда. Наше задание. Ага, дверька, я вижу. Ну все, тогда здесь уже останавливаем это видео. В следующем видео уже продолжим наше путешествие. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.